Всем добрый день! Я сегодня укрываю розы, готовлю вот такой каркас. Это из дуг. Каркас я делаю под рост, под высоту роз. Поэтому, в принципе, у меня здесь розы, которые можно спокойно обрезать по высоте, чтобы не пригибать. Это не плетистые розы, они невысокие, вырастают летом до метра. Поэтому я сейчас делаю обрезку побегов, чтобы сверху материал, которым я буду укрываться, не препятствовал растениям, не мешал. Хочу показать, что дуги я ставлю на перекрест, вот как здесь видно, чтобы они перекрещивались. Тем самым, когда будет снег ложиться, не будет больших провалов, будет снег удерживаться на сетке, потому что сейчас сверху на дуги я постелю сетку. Я вот накрываю такую сетку. И сетку просто прихватываю к дугам любой проволочкой, что есть под рукой, что удобно. Кроме роз, у меня хотела показать, сюда еще попадает древовидный пион, который я сажала в этом году. Он очень слабенько у меня развивается. Его в любом случае нужно было бы на зиму укрывать. Ну а так как он у меня очень слаб в развитии, тем более я его укрываю. То есть вот такими сетками креплю проволочкой к дугам. После того, как я сетку с дугами установила, я вот накрыла розы таким полиэтиленом. С двух сторон я оставила открытые края. Пока еще не буду полностью закрывать. Еще рано, еще погода достаточно теплая для роз, поэтому вот с одной и с другой стороны я оставляю открытые торцы. Вот. И сейчас на полиэтилен я постелю спанбонд. Таким образом, у меня розы будут сухие. В зиму они уйдут сухие. Дождя сейчас нет, и это можно как раз очень удачно сделать. Специально подбираю такую погоду, чтобы без дождя укрыть розы. Вот сейчас я закрыла спанбондом. Так же, как и пленка, у меня остались открытые торцы. Когда будет уже минусовая, минус 6 температура ночью постоянная, я приеду и закрою торцы. Вот. Спанбонд я использую двойной, 60-й плотности. Сейчас пока я положила один слой спанбонда. Позже положу еще потом второй слой. И вот так у меня розочки уйдут под зиму с таким укрытием. Прижимаю, что есть у меня. Использую кирпичи, камушки, использую. Ну, вот они там прекрасно себя чувствуют. Оставляю вот такие открытые торцы. На этом я видео заканчиваю. Всем пока!